Всем привет, с вами Кононова Аня и моделька Кононова Виктория. Не обращайте внимания, мы немножко простыли. Вот меряем повязочку еще раз, которая нам понравилась. Только она ниже делается на затылке и делается на лоб. Не на лоб, а на... да, как ободочек. Вот, мы как раз собрались дочке отращивать челочку. И мне кажется, что самое то будет дома входить. И на нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки, цвет коралловый, размер 122, состав 100% хлопок. А также брюки с джинсовой ткани для девочки, цвет синий, размер 122. У трикотажной фуфайки артикул 198-306, у брюк 198-366. Ну что могу сказать, отличные брючки, классные брючки, они специально идут укороченные, свободные. Да, то есть нам очень-очень понравилась. Футболочка слегка великовата. Размер 122, потому что вот она слегка великовата, джинсы регулируются, у них там талия, все здорово, лампасики классные, с туфельками, да, ну вот смотрите, да, готов новый образ уже гулять. Конечно, мы его не подбирали, но он у нас сам получился. Вика, остановись, ты и так ляля. Вот. Классную футболочку, тоже все идет 100% хлопок. Куля меряет трикотажную фуфайку с коротким рукавом для девочки. Артикул 198-318. Так, цвет светло-голубой, размер 122, 100% хлопок. Симпатично сидит. Да, решили заказать вот побольше размером, и как вы видите, все нам велико, а вот наш все-таки размер получается 116. Вот такая вот красавица. Принт тоже очень классный, анималистичный, мы довольны. Ляля какая. Мы меряем трикотажную юбочку для девочки, цвет темно-синий, размер 122, состав 55 хлопок, 40 полиэстер, 5 эластан. А юбочка просто суперская, на ней тоже талия регулируется, и вы знаете, села на нас просто классно, просто шикарно, 122, не зря заказали. По талии не мало, не велико, Люб, подними, пожалуйста, футболочку, по талии не мало, не велико, она просто шикарно смотрится. Да, Вика, нравится такая юбочка? Ну все, оставляем себе, гладим и носим с удовольствием. Умница и красавица. Сейчас на нас трикотажное платье с коротким рукавом для девочки. Артикул 198-342. Ну, как вы видите, оно нам великовато, но ткань первая вверх идет 100% хлопок, а ткань вторая низ идет 100% полиэстер. Викуся, покажи нам свое платьишко, свою плиссированную юбочку. Очень-очень красиво. Да, мы немножко приболели, не обращайте внимания. Да, очень красивый анималистичный принт, шикарный бант и так далее. Сейчас на нас платье трикотажное с коротким рукавом для девочки. Очень красивое, очень шикарное. Цвет мультицвет, размер 122. 100% хлопок. Шикарное платьишко, будем с удовольствием его носить. Люб, покажи сбоку, какая там у нас фишечка. Сбоку какая фишечка на подоле. Вообще красотища, очень классно сделали. Да, Вика баловалась, ей сказали ай-яй-яй, и она теперь ай-яй-яйкает тоже. Сейчас мы примеряем куртку для девочки. Артикул 198-294. Цвет коралловый. Размер 122. Верх процентный полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. Но курточку, то, что мы заказали 122 ростовку, просто великолепно. Как вы видите, есть антизакус, светоотражатели, регулятор талии. Люб, на груди карман обман или нет? Нет, два настоящих кармана, а внизу какие у нас кармашки? Тоже настоящие, да? Настоящие. Ну, вы знаете, она тоненькая, она так вот после дождичка летом, мне кажется, ходить, такая вот курточка, или уже с теплой кофтой, если немножко похолоднее. Вика, покружись, покажись. Ой, какая ляля, отстаньте, говорит.
Так, сейчас на нас явно великий дождевик. Артикул 50-235, плащ детский. Материал Эва. Честно скажу вам, что он нам прям очень велик. Мне кажется, что мы его отправим на возврат. Нам пришел он в классном таком вот чехольчике. Вот, все это упакуем и скорее на возврат отправим. Как вы видите, есть козырек. Есть козырек. Козырек классный. Да, козыречек классный. Все нам нравится, как вы видите. Мы смотримся, но... ну, очень велик, конечно, очень. Это уж на ребяток, может быть, на год, на два постарше. Но никак не для Виктории. Нравится тебе, не нравится? Во что тебя мама-то одела? Сама, наверное, не понимаешь, да? Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Анна, Кононова Виктория. Помогала нам нянечка Любовь Георгиевна. Всем пока-пока. До встречи.